Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал Рима Кухня Огород. Сегодня мы продолжаем высаживать картошку. Вот я хочу вам показать, какие семена картофеля мы будем высаживать. Эту картошку я достала в начале марта, ну, может быть, даже в конце. В общем, достала ее конец апреля, начало марта. Точное число не помню. Вот сейчас такие замечательные проростки. Достаю ее почему рано? У нас погреб не важно, и она уже после Нового года начинает прорастать. У нее получается плеть уже по полметра. Поэтому приходится доставать эти плети, отрывать и второй раз как бы проращивать. Второй раз проращивать еще допускается. Ну вот, такие семена. Сейчас я вам покажу, как я сажаю картошку. Так, в эти лунки я картошку посадила уже. Сейчас выкапываем лунки. Закладываем. Землю мы взбороновали электрокультиватором земляк. Земля поэтому пушистая, мягкая. Рассыпается. Так, вот сделала луночки. В лунку я закладываю щепотку золы. Чуть-чуть, вот столько, суперфосфата. Немножко прям вот, гранулечку. И заливаю 1 литр водой с фитофторином. Так, берем наш семенной картофель. Видите, какой хороший. Так, слегка надавливаю, чтобы не сломать росточки. Вот. И засыпаю я это перегноем. Перегной у нас. Это не перегной, а компост. Перегной у меня пошел на огурцы, а это компост. Вот засыпаю компостом. Так. Упала. Упала дрова. И засыпаем. Сейчас делаем лунку. Следующую. Рима, кухня, огород. Да, Рима, кухня, огород. Правильно. Сделали. Так, руками сразу. Так, кладем опять зола. Чуть-чуть суперфосфат. И заливаем водой. Сейчас я принесу воды. Так, наливаем водички. Так, укладываем картошку. Сейчас. Надо еще смотреть, чтобы она вот так кверху смотрела. Хорошенькие такие. Росточки. Так, кверху я его засыпаем, перегноем. Если я перегною. Поскольку это крайне, я уже вот так вот просто руками засыпаю. Крайне. Сейчас землю я разровняю граблями, чтобы было. Ну вот, друзья, закончили мы сажать картошку на этой грядке. И я хочу закончить этот ролик вот такой красотой. Этот кустик зеленый
красивенький, называется купальница. У него распустятся вот такие вот желтенькие-желтенькие цветочки в виде розочки. Это тоже ранний весенний цветок. Он отцветает, конечно, очень быстро. Красота у него недолгая, но очень красивая. Они еще не распустились. Ну вот, друзья, все, пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Рима Кухня Огород». До свидания, пока-пока.